Ну, я буду говорить, наверное, банальные вещи. Она замечательная, прекрасная, самая красивая, умная, заботливая. Она все то, что нужно мне в женщине. Он встает на колено и спрашивает, будешь ли ты моей женой? Я сначала даже не поверила. Я все равно подумала, что это шутка. Очень я была в шоке, скажем так. Вообще даже не знала, не думала, что будет именно так. Леша, я тебя очень сильно люблю.